президенттің баспасөз орталығына қош келдіңіздер. Бүгін біз президенттің бес әлеуметтік бастамасына арналған баспасөз конференцияларын жалғастырамыз. Бүгін біз іске асыру аясында шағын несиелендіруді кеңейту туралы айтатын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Ұлттық экономика министрлігінің кәсіпкерлікті дамыту департаменті директорының орынбасары Ахметов Чингиз Қайратұлы. Қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Ал енді құрметті баспасөз конференциясына қатысушылар, микро несие алатын өзін бизнесті ашам деген жұмыссыз адамдарға, өзін-өзін жұмыспен қамтып жүрген адамдарға осы қаражат шеңберінде бизнесті ашуға мүмкіншілік беру. 20 миллиард қаражаты қазіргі жұмыс қолданыстағы жұмыс істеп жүрген нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына бөлінетін болады. Бағдарламаның бизнес даму жөніндегі екі әкімшілігі бар. Қалаларда осы бағдарламаны Ұлттық экономика министрлігі әкімшілдеді, ауылдық жерлерде шағын қалаларды ауыл шаруашылығы министрлігі. Бөлінетін қаражат жаңағын айтып кеткендей жұмыссыз адамдарға және өзін-өзін жұмыспен қамтып жүрген адамдарға бөлінетін болады. Қаражаттың сомасы бүгінгі таңға дейін 8 МРП дейміз, 19 миллионға дейін баратын болады. Және оның құны 6%-дан аспауы тиіс. Қазіргі мысалы нарықтағы коммерциялық ұйымдардың берілетін қаражатымен салыстырғанда, олар мысалы қазір 25-35%-ға дейін беретін болып отса, 6% мемлекетіне тараптан берілетін қаражаттың құны өте жақсы ұсыныс деп біз біліп отырмыз. Былтыр осы бағдарлама пилоттық режимде жұмыс істеді. Өткен жылда қолданыстағы қаражаттың көзімен 7200 жоба қаржыландырылды. Енді биыл елбасының тапсырмасымен осы көрсеткішті біз 14 мыңға дейін көтеруге болжамдап отырмыз. Осы қаражат тек қана несиені беру емес, енді осы категория адамдардың, енді қарыздаушылардың басты проблемасы қазіргі таңда олды кепілдікке беретін мүліктің болмауы. Осы мәселені шешу бойынша арнайы мемлекет тарапынан кепілдендіру іске асырылатын болады. Былтырда біз іске асырылдық. Әсіресе, мысалы, ауылдық тұрғын жер тұратын тұрғындарына арналған 85%-ға дейін, мысалы, алынатын қарызының көлемінің 85%-ына дейін мемлекет тарапынан кепілдендіру жүргізілетін болады. Кепілдендіретін органдар қалаларда даму қоры, ауылдық жерлерде Қазагрогрант акционерлік қоғамы. Что касается тех мер, которые мы в этом году реализуем во исполнение поручения главы государства, как я уже сказал, 20 миллиардов тенге выделено на цели кредитования бизнеса. Мы считаем, что это очень хорошая поддержка в текущем году. Если у нас в прошлом году было освоено порядка 40 миллиардов тенге, то в этом году мы должны сумму освоения довести до 62 миллиардов тенге. Если вы оцените, что в среднем рынок микрокредитования занимает сегодня 171 миллиард тенге, то есть коммерческие микрофинансовые организации осваивают такой объем денег ежегодно, то 62 миллиарда тенге – это практически половина средств, которые рынок осваивает. То есть это очень хорошая поддержка именно рынка микрокредитования со стороны государства. В прошлом году, как я уже сказал, мы пилотный год поработали в рамках этой программы. И что мы увидели, что с разных секторов, кто начинающих предпринимателей, готовы участвовать в этой программе. То есть это в основном торговля, обрабатывающая промышленность, розничные услуги, которые заинтересованы в этой программе. Первый год реализации программы показал о том, что необходимости совершенствования самой программы в прошлом году для того, чтобы увеличить охват программы заемщиками, мы внесли следующие изменения. То есть стоял прямой запрет на покупку за счет бюджетных средств
некоммерческой недвижимости. То есть запрещалось покупать квартиры на первых этажах, земельные участки под ИЖС с последующей их коммерциализацией. Учитывая, что для этой категории граждан коммерческие объекты зачастую недоступны, потому что они по причине их дороговизны, а мы в прошлом году внесли изменения в связи с тем, согласно которым такой категории граждан позволяет за счет бюджетных денег покупать объекты недвижимости некоммерческого назначения с последующей обязательной изменением целевого назначения в течение одного года. То есть бизнесу представлена возможность, начинающему бизнесу представлена возможность купить те же самые квартиры, оборудовать их под бизнес в течение года, а уже потом работать как коммерческий объект. Это на самом деле должно нам позволить сделать такой хороший пул проектов, представить пул проектов банков второго уровня. Основными операторами в городах этой программы являются банки второго уровня и микрофинансовые организации. Деньги мы размещаем, и все крупные банки, которые в стране у нас работают, они являются участниками программы. В прошлом году были проблемы со стороны банков, но в этом году, как мы первый год проработали, я думаю, в этом году заявок два раза увеличилось именно от этой категории микрофинансовых организаций. Размещение денег через банки второго уровня позволяет нам решать одну из главных проблем, потому что сама цель не раздать деньги, а сама цель получить положительный эффект в виде рабочих мест, увеличения занятости, сокращения безработности, дать возможность бизнесу, начинающим стартаперам получить финансирование. И в этих целях мы используем инфраструктуру банков второго уровня для того, чтобы сделать качественный отбор проектов. Это очень важный момент. В этих целях применяется система банковского финансирования. А в тех случаях, когда деньги будут невозвратными, то банки, согласно подписанным кредитным соглашениям, будут обязаны деньги возместить из своих собственных средств. Это очень важная ремарка. Что касается гарантирования. Гарантирование инструмент очень важен для этой категории граждан, потому что для самозанятых, безработной категории граждан, они зачастую выходят за черту той красной линии, которую банки для себя очертили. То есть у этих категорий граждан зачастую не бывает либо это последняя квартира, не бывает недвижимого, ликвидного залогового имущества. Для решения этой проблемы впервые в прошлом году был инициирован инструмент гарантирования микрокредитов. Ранее мы такой инструмент по микрокредитам не применяли. Базовые условия следующие. Для начинающего предпринимателя 85% от размера микрокредита они имеют право получить гарантирование. Для работающего бизнеса, то есть самозанятого работающего бизнеса, до 50%. Гарантами выступает в городах фонд Дому, в сельской местности Казагрогрант. Базовые условия, они очень простые. Здесь единственное ограничение, тот субъект, кто получает гарантирование от государства, берет на себя обязательство, что он в течение действия гарантии и выплаты кредитов обязуется не брать дополнительные кредиты из других источников финансирования. То есть если он пока свой государственный кредит не закрыл, он не сможет взять дополнительный кредит в других банках. Это вот единственное ограничение, это практика, которая применяется при гарантировании со стороны государства и в целом коммерческих объектов. Что мы увидели за первый год реализации программы? Сегодня у нас в прошлом году, я могу озвучить те банки, где были деньги размещены. Это у нас Нурбанк, БЦК, АТФ, Сбербанк, Народный банк, Фортебанк, Евразийский банк и две микрофинансовые организации РС и РИС Кызылорта. Средний чек по итогам реализации прошлого периода составил 10,5 миллионов тенге. Средний срок займа 51 месяц. И как я уже ранее сказал, что в основном у нас интересуются самозанятые и безработные из сектора торговли, потому что зачастую там легче и быстрее начать бизнес, сектора транспорта, услуги проживания и питания и обрабатывающая промышленность. Здесь тоже есть прямая заинтересованность. В связи с тем, что в этом году у нас выделяются дополнительные лимиты, мы подготовили ряд поправок в эту программу. Основные поправки связаны с ориентацией этих денег на более мелкие проекты, потому что 10,5 миллионов тенге в городах – это такая весомая сумма, поэтому мы ее ориентируем на более мелкие проекты для безработной самозанятой категории граждан. И теперь с этого года с новыми поправками
в программе могут принять участие только та самозанятая категория бизнеса, которая работает до 3 лет. То есть после 3 лет, кто уже работает как индивидуальный предприниматель, а это тоже самозанятая категория, они в программе не смогут принять участие, потому что мы для себя очертили целевую аудиторию, согласно которой это та нуждающаяся категория, которая только начинает свои первые шаги в области ведения бизнеса. Помимо того, что были внесены поправки в части ограничений по выдаче займов, то, что я уже озвучил, мы также усилили вопросы образовательных программ. Мы настаиваем всех наших конечных заемщиков до получения займов и микрокредитов пройти базовые курсы основ ведения бизнеса. Это очень важно, потому что зачастую мы, когда на практике получаем жалобы от предпринимателей, незнание базовых азов и навыков ведения бизнеса приводит к очень губительным последствиям для самого бизнеса. Ну, очень много таких примеров, поэтому для того, чтобы хоть какой-то проект стартовать, если это, конечно, не связано там, с традиционным ведением торговли, связано с какой-то с производством продукции или в обработке, очень желательно, чтобы субъект прослушал базовые курсы. Ну, курсы небольшие, есть двухдневные, есть семидневные, есть месячные. Единственное, в сельской категории на селе требуется обязательное прохождение курсов в программе «Бастау бизнес». «Бастау бизнес» – это месячное обучение, потом защита бизнес-проектов, потом сопровождение. Самое главное – сопровождение, которое в течение года после получения финансирования консультант Национальной палаты предпринимателей обязаны проводить. К примеру, в прошлом году по этой программе было обучено 15 тысяч человек, из них бизнес-планы защитили только 8 тысяч человек. То есть это очень хороший показатель. Те, которые пришли на обучение, не все подготовили качественный бизнес-план. Из 8 тысяч в приоритетном порядке будут рассматриваться те заемщики, которые вот эти вот 5 тысяч, которые прошли обучение, подготовили бизнес-план и не получили финансирование, они у нас в этом году в приоритете. Мы такие поправки тоже в программу разработали. И самое важное, до прохождения этого обучения сама программа предполагает проведение тестирования только тех людей, которые пришли на обучение. То есть эта методика Джузи, она везде в мировой практике применяется. И базовая идеология такая, мы должны понимать, что не каждый может заниматься бизнесом. То есть не должно быть иллюзии того, что получишь кредит и займешься продуктивной деятельностью. Это очень рискованный бизнес, под имущественную ответственность и риск самого предпринимателя. Поэтому идет базовое тестирование, беседа с предпринимателем начинающим, где ему, согласно его вопросам и полученным ответам, рекомендуется заниматься бизнесом самостоятельно, либо идти повышать квалификацию и работать как наемный работник. Это вот базовая черта. К примеру, в прошлом году пришли на такое тестирование 23 тысячи человек, из них 15 тысяч было рекомендовано к занятию бизнесом, остальные были рекомендованы в рамках первого направления программы продуктивной занятости массового предпринимательства пройти повышение квалификации и уже трудоустроиться как наемный работник. Это такой подход именно к обучению до самого обучения также в прошлом году был реализован в пилотном порядке. В текущем году программа нацелена охватить обучением не только сельскую местность, но и города, и всего будет обучено 30 тысяч начинающих предпринимателей. Именно начинающих предпринимателей, которые на последующем смогут получить финансирование и поддержку со стороны Национальной палаты предпринимателей. Ну, в целом, базовые наши цели такие в рамках этой программы, в рамках данной инициативы. Поэтому, если у вас есть вопросы, я сейчас готов на ваши вопросы ответить. Благодарим вас, Чингиз Кайратович. Пожалуйста, уважаемые коллеги, просим вас задать вопрос. Первый вопрос, бірінші сұрақ. Сенат тұрмыз. Төлен Тілеуі, Астана Ақшам газеті. Сізге сұрақ. Ауылда жаңа айттыңыз, самый занятый адамдар бар ғой. Солар, енді қаланың адамдары жаңа банкпен алады ғой, екінші деңгей. Ауылдың адамдары қалай алады осы бизнесті? Мен қарыз. Екіншісі, содан кейін қалай қайтарады? Оның жұмысы мысалы жаңа 5 жыл деп отырсыз ғой, енді 51-ші 5 жыл. Егер мысалы қайтара алмаса, оған қандай мысалы жеңілдік беріледі? Айтып берсеңіз, рахмет. Рахмет. Бірінші сұрақ бойынша енді ауылдық жерлерде жаңа мен айтып кеттім. Қалаларда ақша банктер арқылы берілетін болса, ауылдық жерлерде оның үш көзі бар. Біріншісі микроқаржы ұйымдар, екінші кредиттік серіктестіктер, үшінші ауыл шаруашылығын
қаржылық қолдау қоры. Осы қор тікелей қаражатты жаңағы жұмыс адамдарға, өзіне жұмыспен қамтыған адамдарға берілетін болады. Ал енді екіншіден, бұл енді басты мәселе. Біз қаражат берер кезінде, оларды беріп, одан кейін оны қайтара алмайтын жобаларды осы жаңа қаржылатын ұйымдар қаржылаумауға тиіс. Өйткені жаңағы жұмыссыз адамға қаржы беріп, одан кейін 5 жылдан кейін оның ақшасын бере алмайтын болса, ол да оған мысалы бір ауырлыққа келеді. Ол мысалы біз оны болжамдау алмайтын бір жағдайларға келуі мүмкін. Сондықтан осындай қара адамдарға көмек беру үшін жаңағы бірінші айтқан мемлекет тарапынан кепілдендіру беріледі. Мысалы 50%-ға дейін, 85%-ға дейін ақшасын қайтара алмаса, мемлекет қайтарады. Ал енді 15%-ын өзі қайтару тиіс. Неге 100% емес? Өйткені қарыз алушы басында білетін болса, мысалы мен алған 5 миллионның 100%-ын мен оны бермесем де мемлекет мені артынан төлейтінін білсе, ол осы қаражатты қайтармайды. Оны мысалы кішкене бір ответственности беру мақсатында 15%-ын ол өзі мысалы мойнына алып, оны өзін көтеру керек. Бірақ екінші нәрсе, енді көмек беру мақсатында, мысалы ол қарызды несиені 5 жылға алатын болса, оның бірде 3 бөлігін мемлекет тарапынан жеңілдік берілетін болады. Оның төлеу ақыны мысалы льготный период дейміз ғой. Оның бірде 3 бөлігін ол қарыз алушы ақшаны алып, бизнесі қойғанша, мысалы, пайдасын алуға бір жеңілдік беру мақсатында бірде 3 бөлігін уақытында бизнесі ол ақшаны қарызды қайтаруға төлеуге бір енді бұл каникул берілетін болады. Бірақ біздің ойымызша жобаларды таңдап жақсы қарау ол енді басты осы қаржы ұйымдарының міндеті. Оның басты мақсаты осы сіз айтқандай ақтығында 5 жылдан кейін осындай қарыз төлей алмайтын адамдардың санын мүмкіншілігінде азайту. Көп рахмет сізге. Келесі сұрақ. Здравствуйте, Азамат Садыкбаев, Казинформ. Скажите, пожалуйста, какие именно банки второго уровня и микрокредитные организации, микрофинансовые организации вовлечены в процесс микрокредитования в рамках программы, да? И расскажите, пожалуйста, о критериях отбора для них. Спасибо. Ну, мы старались сюда максимум вовлечь и банки, и микрофинансовые организации. Мы применяем базовые процессуальные нормативы Национального банка. Это чтобы деньги, государственные деньги, не ушли тем банкам, которые находятся в преддефолтном состоянии, чтобы они смогли вернуть. Это базовое требование. И второе требование – наличие не менее 7 филиальных представительств Республики Казахстан. Но я уже перечень банков озвучил. Это те самые крупные банки, которые у нас в стране работают. Они все выразили заинтересованность в участии в самой программе. И мы в этом году проводим максимальную работу для того, чтобы больше денег предоставить микрофинансовым организациям. Мы неоднократно с ними встречались, с микрофинансовыми компаниями. Но здесь у нас базовая проблема с тем, что работающие микрофинансовые организации зачастую не являются заинтересованы в рамках этой программы, потому что 6% на конце, то есть для конечного заемщика, зачастую для них неинтересно. Поэтому тот сектор, который с нами готов работать именно в рамках условий этой программы, мы их приглашаем, мы с ними отрабатываем, просматриваем залоговое обеспечение и максимально пытаемся их вовлечь. У нас сегодня есть порядка 6-5 дополнительных новых микрофинансовых организаций, которые изъявили желание, мы их с ними прорабатываем. В основном это да, в городах банки второго уровня. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Представьте, слышала. Здравствуйте, Светлана Пенькова, Первый канал Евразия. Вы сказали о том, что в основном в прошлом году брали на торговлю, обрабатывающую промышленность. А вы можете сказать по суммам, сколько денег государственного кредитования ушло именно на эти сектора экономики? Спасибо. Хорошо. Суммы следующие. В торговле у нас 2,2 миллиарда было потрачено. В обработке 741 миллионов тенге, в транспорте 947 миллионов тенге, есть сельское хозяйство 516 миллионов тенге, ну и другие сектора экономики, там порядка 3,6 миллиардов тенге, то, что я говорил, это разовые услуги проживания и питания.
Благодарим за ответ. Келесі сұрақ. Атамекен бизнес арнасы Құралай Пенер. Мен сұрағым мынандай болмақ, жалпы түсінікті, я бизнесмендерге ақша береді, ол қайтып қайтарылу керек ол ақша, бірақ банктер бұл жерде қандай жағдайда келісіп отыр, егер кредитор ақшаны қайтара алмайтын болса, өздері мемлекетке қайтаруға кепілдік беретін болса. Содан кейін бұл жерде банк үкіметпен кәсіпкердің арасындағы делдал болатын болса, арадағы маржа қанша процент? Егер 6%-пен кәсіпкерлерге беретін болса, банктер өзіне қанша процентпен алынады? Арадағы маржаны білгім келеді мен. Бағдарламаға сәйкес қалаларда ақша мемлекет әкімшіліктерге барылатын болады. Енді әкімшіліктерден ақша 0,01% мөлшерімен даму қорына барады. Дамудан банктерге 1%-дан шығады. Банктерге қаражаттың құны 1%. Қалаларда. Ауылдарда рейстің, жаңағы айтқандай, мысалы, қалалардың енді маржасы, сіз айтқандай, банктердің 5% аралығы. Ал ауылдық жерлерде олардың, мысалы, маржасы 4%. Бізкенде ауылдық жерлерде іске асырылатын жобалардың, олардың рисктері жоғары болғандықтан, енді олардың мөлшерін ставкасы ауылдық жерлерде 1%-ға көбірек. Екінші сұрағым, былтырғы пилоттық жобада бір кәсіпкерге негізі, мысалы, қалада 3 миллионнан 18 миллионға дейін берілу керек болған, биыл осы жолғы бағдарламада қанша болады? Ауылдық және қалалықта екке бөлінген бе? Жаңа біз айтып өттік, біз мысалы биыл бағдарламаны жаңа шағын жобаларға былай бағыттауды көздеп отырмыз. Сондықтан қалаларда, үлкен қалаларымызда енді нұрлы жер бағдарламасының өзінің тәжірибесіне сәйкес Астана, Алматы, Атырау, Ақтау қаласында несиенің мөлшері 18 айлық көрсеткіш, ол 19 биыл енді 19 миллионға дейін баратын болады. Басқа қалаларда 15 миллионға дейін. То есть енді жоғарғы енді патология. Ауылдық жерлерде 8 миллион бүкіл жобаларға. Рахмет сізге. Келесі сұрақ. Соңғы сұрақ. Қазақпарат агенттігі, жаңа сіз бағдарламаға бір қатар түзетулер топтамасы енгізілетін айтып кеттіңіз. Сол түзетулер туралы нақты айтып кетсеңіз, және одан қандай нәтижелер күтіліп отыр? Рахмет. Енді түзетулердің басты бір екі түзету бар. Мысалы, біздің қарыз арушыларға ақпарат ретінде. Бірінші жаңа мен айтып өттім. Енді ол несиенің мөлшері пайызына дейін енді шектеулер. Жаңа қалаларда Алматы, Астана, Атырау, Ақтау қалаларында шектеулер жоқ. Олар енді 19 миллионға дейін шектеуі. Басқа қалаларда, қалалар мен моноқалаларда 15 миллионға дейін. Ал енді шағын қалаларда, ауылдық жерлерде, селоларда оларда 8 мың көрсеткішке дейін, ол енді 4 мың көрсеткішке дейін, ол енді 8 миллионға дейін бір шектеулік бар жобалардың құны. Екінші басты түзету, жаңа мен айтып өттім, қалаларда қарыз алушылардың категориясы өзін, мысалы, жұмыссыз адамдар, бизнесін жаңа бастаған адамдар, олар енді стартовый бизнес дейміз біз, стартап проекттер. Екінші, өзін-өзін жұмыспен қамты жүргендер 3 жылға дейін жұмыс бизнеспен айналысып жүрген азаматтар. Сол адамдарға дейін ғана берілетін болады. Бұлдыр мысалы біз осындай шектеу болмаса, биыл осы шектеуді арнайы біз енгізіп отырмыз, түзету ретінде дайындап отырмыз, әлі енгізілген жоқ. Бұл басты, осы түзетулердің басты маңызы осы қаражатты, мысалы, тек қана енді осы қаражатты күтіп отырған, жаңа бизнесті жаңа ғана бастап жүрген адамдарға арнайы бағыттау. Көп рахмет сізге, Чингиз Қайратұлы. Құрметті әріптестер, осымен біз жұмысымызды аяқтаймыз. Брифингке қатысқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Сау болыңыздар.